4 сумасшедших факта, доказывающих, что эффект Месси реален. Первый. Сразу после того, как объявили, что Месси перешел в Интер Майами, цена билетов на его первый матч в МЛС взлетела с $29 до $329, то есть больше, чем на 1000%. Второй. Компания Apple, которой принадлежат права на трансляции МЛС и давний спонсор Месси Adidas, помогли Интер Майами профинансировать эту сделку, пообещав Месси проценты от прибыли. Третье. Благодаря трансферу Месси, первоначальные инвестиции Дэвида Бекхэма в размере $25 миллионов в Интер Майами теперь оцениваются в $600 миллионов. Четвертый. После перехода аргентинца инстаграм-аккаунт Интер Майами взлетел с 1 миллиона подписчиков до 8 миллионов. Это больше, чем у любой команды МЛС, НФЛ, МЛБ и НХЛ. Ну а аккаунт ПСЖ потерял 2,5 миллиона подписчиков. Не знали? Подписывайтесь на канал, здесь много интересных историй.